Программа «День с толком», в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Не теми темпами и не в том объеме губернатор раскритиковал, как дорожники убирают снег. Попали в поле зрения сотрудников ФСБ. Предположительно задержан директор похоронной службы Барнаула. Один из самых необычных в России. Какой барнаульский музей оказался в списке лучших? Губернатор края Виктор Томенко заявил, что из-за снега в трех алтайских городах не пройти, не проехать. О том, что глава региона раскритиковал работу дорожников, сообщает сайт правительства. Цитирую. «Работаем, к сожалению, не в том объеме. Недовольство жителей положением дел совершенно обосновано и естественно». Главам Барнаула, Бийска и Рубцовска дали неделю, чтобы исправить кризисную ситуацию. 22 января на заседании правительства края они отчитаются о результатах работы. Напомню, только в декабре за несколько дней выпала месячная норма осадков. К слову, на барнаульских дорогах из-за обильных снегопадов стало заметно тесно. Автомобили жмутся друг к другу, пытаясь разделить заветные полосы для движения. Накануне обстановку оценила и наша съемочная группа. В очередной раз свое утро барнаульцы сегодня встретили в пробках. И многие жалуются на то, что если снег и убирают, то как-то не так. В основном мешают те самые валы, которые сгребают ближе к обочинам. Из-за них уменьшается количество полос. И сегодня мы поехали посмотреть сами на состояние дорог, как их убирают, и поговорить с теми, у кого больше всего наболело. Да, я хочу заметить, что очень отвратительно. И уже прошли все праздники, и дороги вообще не расширяются, вообще никак не расширяются. Я хотел бы, чтобы на это внимание остро вообще обратили очень внимание. В городе очень плохо очищают дороги, особенно остановки. Остановочные пункты. Рядность уменьшается, получается один ряд вообще полностью занят снегом и остается, грубо говоря, из трех рядов два ряда. Силикатный тоже по двадцатке. Там, если снегопад начинается, там тоже и узкая дорога, особенно когда в лес лесное едешь, там и скользко, и все. Там бывает на конечных вообще невозможно развернуться. По итогам нашего опроса среди водителей городского транспорта в лидерах самых неубранных улицы Александра Матросова, Георгия Исакова, Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Алексея Юрина. Мы убедились, вот такие знаки местами уже не актуальны. Четырехполосные дороги становятся двухполосными. Сотрудники госавтоинспекции применяют свои санкции. По недостаткам составляются акты. Потом выдаются предписания для уборки, для устранения недостатков. Такие вот снежные валы, конечно, не заужают проезжую часть, пропускную способность транспорта снижают, в том числе и угрожают безопасности пешеходов. Штрафы назначаются должностным лицам, и это при том, что нормативы позволяют службам не очень торопиться. Снежные валы должны возиться от 9 до 12 суток после окончания снегопада. То есть в процессе, когда вот первая идет стадия уборки, техника весь снег сметает именно на обочину. Чистится на максимальную ширину стараются. То есть если сама по себе улица, допустим, 3-4 метра, то техника она рассчитана 3-4 метра, то есть как будет ширина улицы. Стараются, но, видимо, недостаточно. Как нам сказали, в ГИБДД предписание об устранении снежных валов оформляют ежедневно, а водители пока вымеряют сантиметры. Вот на ваших глазах не могут просто так разъехаться. Чтобы пропустить одну, другую приходится прижиматься к обочине, стоять, ждать. Это улица Максима Горького прямо поблизости, рядом с нашей редакцией. Ситуация точно такая же и, собственно, опять снег, значит, все снова повторится. Посмотрим, как будут убирать дальше. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Проблемы с проездом у автомобилистов были накануне из-за первой крупной в этом году коммунальной аварии. Только ночью завершили ремонт на водопроводе по улице Малахова. Водоснабжение вернулось во все жилые административные здания, попавшие накануне под отключение. Напомним, порыв трубы произошел днем 13 января во дворе дома по Малахова 118. Вода подтопила двор и одну из полос проезжей части, что ненадолго затруднило движение транспорта. В течение дня без водоснабжения оставались два многоквартирных дома, административные здания и 98 частных жилых домов.
Барнаульская похоронная служба попала в поле зрения сотрудников ФСБ по Алтайскому краю. По информации сайта ТОЛК, 10 января сотрудники ФСБ провели обыски на предприятии и предположительно задержали его директора. Кроме того, были изъяты договоры с похоронными агентами, которым якобы платили деньги за их услуги. Однако, по версии силовиков, денежные средства просто выводили со счетов. Получить более подробную информацию о деле пока не удалось. В самой похоронной службе комментировать ситуацию отказались. Уголовное дело об убийстве возбудили после исчезновения двух подростков. В Алтайском крае уже шестые сутки ищут юношу и девушку. 7 января они ушли из дома в Новоалтайске. 15-летний Дмитрий Думчев был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки. Юноша около 160 сантиметров ростом. Оксане Руденко 18 лет. Она ушла из дома в розовой куртке, черных джинсах, черно-белых кроссовках и в зеленой шапке. Всех, кто что знает о местонахождении подростков, просят связаться с полицией. Продолжаем выпуск. Сегодня наступил Новый год по старому стилю, а в Барнауле начали разбирать главную елку края. Судя по темпам работ, скоро уже не будет и снежного городка на площади Сахарова. Напомним, на эти ледовые украшения город потратил больше 8,5 миллионов рублей. Почти на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Возводить городок начали 1 декабря. Тогда же и перекрыли проезд на площади. Были установлены горки и ледяные фигуры. Сообщается, что демонтаж продлится 3 дня. После по проспекту Социалистическому снова откроют движение. Кстати, барнаульская елка была 4-й в стране по высоте. А вот Барнаульский музей автоугона стал одним из самых необычных в России. Рейтинг опубликовали на сайте РБК. Там составили топ-6 музеев страны с самыми необычными экспонатами. В список также вошли музей огурца, музей грехов, мемориальный музей НКВД и другие. Моя коллега Полина Жданова выяснила, что необычного увидели эксперты в Барнаульском музее. Вот первая отмычка, которая даже вот тут вот видно, что ей пользовались неоднократно. Вы знали, что обычным вантузом можно вскрыть дверь любого импортного автомобиля? А то, что в лихие 90-е авто угоняли, прострелив замок из пистолета или автомата? Эти и другие способы угона коллекционирует Барнаульский музей. Узнать можно о том, что как угоняют, чем угоняют и чем защищаются от угонов. То есть у нас две половины музея, я говорю, одна черная, вторая белая. То есть одна, которая угоняет, а вторая, которая защищается. Более 700 экспонатов собрано в коллекции музея автоугона имени Дульцева-Деточкина. Среди них есть и самые первые примитивные отмычки для советских авто, и более современные заглушки, программы, приборы для взлома дверей, воровства ключей, отключения сигнализации. Также в музее есть поддельные номера и запчасти угнанных авто. Изобретательные угонщики использовали для своих целей даже такую незамысловатую игру, как «Тетрис». Как это работает? Они разбирали микросхему, перенастраивали ее так, что она могла улавливать частоты сигнализации, и после с этой информацией они уже изобретали заглушки. На полках защиты от автоугона – капканы, рыболовные крючки, которые прятали под педали и сиденья, а также более современная оборона от воров. Скрытые камеры, красящие вещества, дистанционное управление. Экспонаты привозятся всего мира, поскольку Барнаульский музей – единственный, который посвящен теме автоугона. Именно поэтому он вошел в топ-6 самых необычных в России. Правда, для его создателей это оказалось полной неожиданностью. Честно говоря, мне наш экскурсовод вчера позвонила и сказала, что вот ты читала. Я говорю, нет, я не читала. И я, признаться, вообще даже не подумала, что РБК, что-то еще. Она, я думала, она газету какую-то купила. Думаю, ну, она сейчас принесет какой-то справочник, чтобы посмотреть, почитать. В музей автоугона часто приезжают иностранцы и туристы со всей страны, а вот барнаульцы приходят намного реже. Хотя посмотреть здесь есть на что. Например, недавно в экспозиции появилась точная копия «Волги» из известного советского фильма «Берегись автомобиля». Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль. Полина Жданова, Алексей Фризин, «День с толком». На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.